О, вы уже здесь? Тогда самое время рассказать о том, где мы находимся. Даю вам подсказку. Здесь очень много еды. А впрочем, лучше вам все показать. Пойдем. Чего здесь только нет. Мед, ягоды, рыба. Но самое главное – это мясо. Для его любителей здесь просто рай. Каждый год на мясную ярмарку съезжаются фермеры почти со всех районов республики. Сейчас узнаем, где самое лучшее мясо. Подойдем кому-нибудь, спросим. Расскажите, а как выбрать хорошее мясо? Как выбрать хорошее мясо? На что надо обращать внимание? В первую очередь на молодая или говядина, допустим, да, или старая, допустим, по цвету выбирают как-то вот. Ну, невооруженным глазом сразу можно определить, хорошее оно или нет. А у вас хорошее? Ну, у нас не мясо, у нас субпродукты. У нас, конечно, хорошее. За качество отвечаю. Как определить хорошее, но свежее? Ой, определить сложно, только профессионалу. Ну, вот вы профессионал, вот скажите, как? Я хочу взять, я ничего в этом не смыслю, не разбираюсь. Вот брамбра мясо с прослойками идет. Это уже хорошее мясо, розового цвета, с прослойками жира. А вот тут шоковое. Бордовое. Это кровь внутренняя. Ну, это ладно. везде так. Хорошо. Не удалось вас подловить. А много конкурентов здесь? Ну, есть, конечно, все районы подъехали. Но это же несколько рынков. Но здесь Capital Mall, где-то 4-5 районов, все. А у вас самые выгодные цены? Но мы тоже не хотим, чтобы отставать от перекупщиков. Если бы мы сами продавали, дешевле было бы. Они будут продавать по 380 на сегодня, да? Мы бы могли по 300 рублей или по 330, все. Вот мы вам рекламу хорошую делаем, что у вас самые выгодные цены. Конечно, деревенские долго не хотим, подешевле дадим, уедем. Вы что выбираете? Какое мясо? Мясо? Говядину. Хорошее? Хорошее, очень хорошее. Мясо. Молодцы. Ярмарка хорошая, столько мяса. Прямо вообще молодцы наши. Глаза разбежались, выбрать не можем. Ярмарка проводится уже более 15 лет. В этом году в ней участвуют более 150 производителей. Их вкуснейшую продукцию можно приобрести на рынке «Стимул», в торговых комплексах «Крестьянский» и «Центральный рынок» и на площадке около торгового центра «Capital Mall». Именно вот на таких ярмарках наши малые предприятия, они учатся продавать продукцию, учатся ее представить, смотрят, ориентируются, какие цены. Многие, наверное, потом как бы стремятся к тому, чтобы представить продукцию более презентабельно. На самом деле мясо у нас в республике очень хорошего качества. И оно ценится не только в Бурятии, оно ценится и за пределами. И мясо по вкусовым качествам, оно отличается. Оно везде одинаково вкусное, но немножко имеет различия по органолептическим показателям. И вот покупатели очень ценят именно вот это качество. А если вы хотите приобрести что-то из ассортимента, то успевайте прийти на мясную ярмарку, которая, кстати, продлится с 3 по 5 декабря. Дарья Белева, Жаргал Ирдыниев, телекомпания АТВ.